ребята, хотела показать сегодня. Купила вот такое вот мясо в коробке. На самом деле попробовать. Оно было по акции. Первое, почему я купила, $6,5. Это хорошая цена за 680 грамм. Сейчас я вам покажу, как выглядит вот такой кусок мяса. Он в вакууме. И он уже, ну, как бы замаринован. Почему я взяла? Я просто прочитала, где-то мне попалась информация, что это такая более национальная вот канадская кухня. По-моему, это пошло из провинции Квебек. Вот у них это национальное такое мясо. Оно может быть в разных, знаете, маринадах. Здесь у меня барбекю. Но есть, я даже читала, что они многие делают, как вы думаете, с чего маринад? Конечно же, с кленового сиропа. То есть разные виды. Там и ребра маринуют, и сладкие, кислые вкусы. Вот такое у них смешание интересное. Поэтому я решила попробовать. Тем более уже тут все готово. Открыл 15 минут в духовке, как написано. Почему бы и не попробовать, да? Вот на упаковке очень красиво смотрится. Вот такой вот кусок мяса. Ну, за $6,5, я вам скажу, это очень неплохой вариант. Поэтому будем знакомиться с канадской кухней. Друзья, я сейчас в магазине. No Frills он называется. Приехала сюда вот за гречкой. Хотела показать, как она. Здесь, где отдел консервы, крупы, рис. И вот здесь посерединке 4,99 стоит. 2 фунта. Здесь почти килограмм, 908 граммов. Вот так вот. Езжу сюда, потому что это ближайший магазин, где есть гречка. Больше возле нас нигде, ни в каком магазине нет. Привет, друзья. У меня сегодня пришла новая посылочка от iHerb. Здесь кое-что интересненькое, в основном мужу заказывала, и кое-что по скидкам, которые уже были давно. Ну, в общем, сейчас быстренько вам покажу. Распечатала, принесли мне прям под квартиру, так удобно. Я, кстати, была дома, но даже и не слышала. Они просто оставляют под дверью и уходят. Итак, первое, ради чего делался заказ, это вот такая вот огромная баночка протеина. На самом деле очень выгодная просто была скидка, я вам сейчас скажу. Вот обычная цена на сайте где-то $23, а я заплатила по скидке всего лишь $13.80. $13 за банку почти 500 грамм, большой объем, на самом деле цена выгодная. Вы скажете, зачем покупать, если в любом магазине в Канаде протеина завались? Да, это правда, но цены кусаются, честно вам скажу. Такая банка, наверное, будет стоить минимум $30. Ну, как бы я посмотрела, почему бы и не взять по скидке. Мне на iHerb выгодней. Второй нюанс. В магазинах, на самом деле, нужно тоже разбираться в протеине. Много всяких добавок, много чего ненужного туда кладут. Этот протеин самый популярный. Больше, ребята, 15 тысяч отзывов на него, потому что он чистый. Это чистый изолят сывороточного протеина. Здесь 27 грамм белка, здесь кислоты, здесь идет низкое содержание лактозы, нейтральный вкус, никаких нет вам там твиксов, сникерсов, клубничек, еще чего-то. И на самом деле это самый чистый, самый ходовой протеин на iHerb. И был всего за $13. Ну, согласитесь, это просто грех не взять было. Поэтому тоже советую вам. Присмотритесь, если вам нужен протеин, берите такой. Дальше. Это я взяла для мужа. Вот такая вот пенка от Blackwood. На самом деле, да, точно такая же у нас осталась просто дома. Мне просто очень нравилась сама эта пенка. Я у мужа брала и умывалась ей, честно вам скажу. Она очень-очень классная. Это фирма Blackwood. У них очень хорошие составы. Это натуральное средство для умывания жирной и нормальной кожи. Смотрите, какой состав здесь идет. Корень солодки уменьшает покраснение, воспаление. Зеленый чай, лимонная кислота очищает поры. Аргинин. Вообще, состав классный. Я просто помню, что она даже мне подходила для умывания. Поэтому запах тоже был классный. Если вам нужен для мужчины подарок, если вы хотите, чтобы... Ну, не знаю, ваши мужчины умываются или нет, но какое-то такое уходовое, хорошее средство, проверенное, с хорошим составом, с отдушкой.
то присмотритесь, вот это Blackwood for Men вообще, я обожаю эти продукты у них. А дальше, ребята, я вам сейчас покажу, по скидкам взяла, то есть были очень классные скидочки. И все, что я здесь взяла, было там $1-2. Взяла вот такой вот Super Nutrition D3 плюс K2, потому что витамина D3 у меня есть много, но K2 у меня нет. Если вы пьете большие дозировки витамина D3, я об этом тоже в своих видео неоднократно говорила, которые касаются iHerb, но я знаю, что много новых видео, новых подписчиков, которые этого не знают. Нужно пить обязательно вдобавок витамин К2. А здесь небольшая, конечно, баночка, всего лишь 60 капсул, но за 2,50 пускай будет, тем более К2 у меня нет, я тоже хочу пропить, потому что буду тоже пить большие дозировки витамина D. Дальше, тоже за пару долларов, сейчас вам точно даже скажу, да, тоже за 2,50 доллара, взяла вот такой вот крем для ног от Mild by Natural. Тоже много отзывов. Это бренд iHerb. И они очень хорошие. Я люблю бренды iHerb. Они качественные. Они проходят специальное тестирование. То есть люди проверяют все эти средства. И они как бы более бюджетно, мне кажется, стоят. Но качество от этого не страдает. Здесь у нас идет крем для ног с перечной мятой и маслом ши. Здесь также идут масла органы, марулы, алоэ вера, витамин Е. Масло шиповника, авокадо, кокоса, жожоба. Но также он имеет сбалансированный pH. Делают кожу мягкой. Взяла как бы для пяточек. Но, естественно, я всегда смотрю, чтобы не было парабенов, фталатов, всяких отдушек химических и так далее. Сделано в США. Посмотрим, попробуем. Неплохие отзывы на него были. Посмотрим. Дальше. Взяла вот такого вот малыша. Это по пробной скидке. Он стоил всего лишь $1.75. Это крем с арникой для потрескавшейся кожи. На самом деле тоже я взяла его и для ног можно, то есть для разных частей тела. Вот так вот он выглядит, смотрите. Сейчас я понюхаю. Приятно так пахнет. Уписали как бальзам звездочка. Да, что-то есть, но не прям так. Он приятнее, чем звездочка пахнет, скажу я вам. Увлажняющее средство для сухой потрескавшейся кожи. Много отзывов на него. Больше 7 тысяч. И все пишут, что это просто тоже обалденная вещь, которая должна быть дома. У меня здесь очень сушит вода кожу в Канаде. Поэтому, вы знаете, хочу запастись вот такими вот дополнительными увлажняющими и натуральными, с хорошим составом, с хорошими отзывами средствами. Тем более за такую цену. Так что тоже вам рекомендую. Очень он приятный и на вид, и на запах. Все, друзья. И осталась вот одна масочка за доллар. Я взяла тоже себе. Люблю эти Ideal Love. Тем более они по смешной цене. Можно взять. Вот такие вот у меня были сегодня покупки. Вот такая вот распродажа. Подписывайтесь на мой инстаграм, там все будет. А сегодня, друзья мои, вместе со мной вы заглянете немножко в нашу школу украинскую, в которой было мероприятие, посвящено Голодомору. И всех родителей пригласили. Вот так происходит мероприятие в обычном спортзале, украшено украинскими флагами и символикой. Заходили все классы по очереди и дальше выступали. Пели песни и читали, рассказывали стихи на украинской мове и на английском языке. I want to welcome everybody here, staff and students, and especially family members and guests that have joined us today. This is our Holodomor assembly. About a week ago, students will remember that we had our Remembrance Day assembly, and like that, the Holodomor assembly. Thank you.
Знаете, что больше всего мне понравилось, что дети на самом деле разных национальностей, в основном детки все англоговорящие, и украинский язык у них как второй, как иностранный, и все поют калину, несмотря на национальности разные были также и филиппинцы, и украинцы, и не только, и канадцы, и все пели наш гимн и пели «Червона калина». Это было очень трогательно. Всем привет, ребята! Сегодня съездили в фудбанк. Вот эта фирма выдает бесплатную еду в Канаде, уже показывала неоднократно. Сейчас покажу, что в этом месяце. Это месяц ноябрь, перед Новым годом. Мы притарабанили вот такую коробку и еще целую торбу. И тут еще в чемодан она служит тоже вместо тележки для продуктов. Сейчас распакую вместе с вами и все покажу. Так, распаковала я коробочку. Вы знаете, что интересно? Это как киндер-сюрприз, который каждый раз у них набор разный. И не знаешь, что в этот раз. Итак, это... Боже, это соус или кетчуп, да? Это соус. Ну, прикольно, потому что я, в принципе, еще не покупала ничего, кроме кетчупа. И такие соусы тоже пригодятся. Так, соус классный. Дальше... Это у нас консерва. Боже, что это? Это похоже на какие-то, в общем, бобы. Что-то такое. Дальше это у нас консерва. Какие-то помидоры или что-то. Матос. Да. Большая, это огромная, видите, 796, почти литровая консерва. Сейчас все покажу. Чикен нудл. Вот такой вот суп. Суп в консерве. Так, куриный, вот тоже супчик куриный. У них, кстати, очень распространено супы в пачках, в упаковках готовые. И готовые супы в консервах. Очень распространено здесь в Канаде. Дальше. Это вот такая фасоль стручковая, как я понимаю. Тоже. Это что, неужели это чипсы, ребята? Чипсы? Ну, такие, да, это как не из картошки, по-моему, с кукурузы. Вот, это, наверное, к ним может быть соус. Вот такая упаковочка спагетти, макароны. Так, и это тоже макароны, класс. Вот такие. Фузилли, 500 грамм. Класс. Потому что я только на макаронах фудбанковских и живу. Я честно вам скажу, я не покупала еще ни разу макароны сама. То есть все макароны мы пользуемся, которые давал фудбанк. Итак, друзья, я решила вот так все выложить, чтобы было наглядно видно. Из коробки я распечатала. Теперь показываю то, что я не показывала. Так, дальше дали вот такой вот санитайзер. Уже у нас один стоит, это дали еще один, второй. Мы еще тот не использовали. 500 миллилитров. Вот такая вот огромная Kirkland. Это, кстати, бренд Костка. Капуста. Тоже класс. Уже, видите, такая пошинкованная с морковочкой. Вот, классно. Большая, не знаю, тут килограмма, наверное, 2 или 3. Так, это я вам показывала, чипсы показывала. Так, еще было в пакете вот такой вот немножко картошечки и цибульки. Вот, лука. Чипсы я показывала. Значит, смотрите, огромный пакет дали картошки 3. Ну вот, такого еще не давали. Тут килограмма 3 точно, наверное, есть. Дальше салатик. Вот это классные салаты. Я такого плана брала в магазине. Здесь уже идет внутри соус. Идут сухарики и идет посыпка сыр. Сыр тертый. То есть сразу готовое блюдо вы высыпаете. Сверху посыпками. Соусом заправили. Очень классно. Я брала такого плана цезарь. Это тоже цезарь, кстати. Цезарь. Далее вот такой багет дали. Оно замороженное. Я думаю, его и заморожу. Дальше, потому что все замороженное, молоко, все замороженное, ну, плюс мороз на улице. Смотрите, дали вот такое молочко шоколадное, Соня говорит, что в школе такое дают. Молоко 1% с коровкой, да, шоколадное. Так, две штучки. Дальше, безлактозный, как я поняла, йогурт, ваниль, огромный, 650 грамм. Молоко Беатрис, которое мы берем, да, очень классно. Смотрите, в этот раз дали 4 упаковки, еще так много мне не давали. Давали одну или две. И Матвею дали вот такой сок, наверное, да, апельсин, что-то такое. Какой-то сок. Литр 75, почти 2 литра. Дали вот такую упаковку, смотрите, какой класс, фиников. Еще и органические вроде бы. Так, продукт USA, США, 907 грамм.
почти килограмм. И смотрите, дали вкусняшку нам, такой тортик. Это прям как тертый пирог похож, смотрите. Четко. 450 грамм черри и от. Овсянка и вишня. Класс. Тертый такой вот пирожок, багетик. Все я вам показала. Картошечка, лук. Ну, вообще, отличный набор. Я очень довольна, потому что это все мы покупаем, это все стоит денег здесь. И хоть раз в месяц, но это хорошая помощь, и нам действительно эти продукты очень, кстати, помогают. Я уже писала, и в каждом видео, под видео, можете найти, кому интересно название этой фирмы, называется Harvest. И там есть номер телефона, где вы можете зарегистрироваться и получать также продуктовый такой набор на вашу семью. Так что вот такой вот наборчик. Спасибо Канаде за это.